Всем доброго времени суток. Ребятня играется. Самурай с боссом линяет. Самурай, самурай. Боська весь линяет. На этой неделе, в начале следующей недели, приедет грумер, будет вычесывать его, да, босс? А то какой-то ты лохматый. Самурайчик у нас тоже весь в линке, да? Эй, самурай, самурай, это что с тобой творится? Вот, господи. Леди, леди приставучая. Она не может определиться, кто ей нравится. А так, да. Дорогие друзья, 8 июля, 17:00 по московскому времени мы проведем стрим. Пока точно не знаю, со света или без света. Но, скорее всего, первый стрим будет без света. Я вам объясню. Если будет что-то непонятное, естественно, следующий стрим мы полностью проведем со Светланой, где она подробно вам детально расскажет. Я вкратце вам расскажу, что произошло, от чего мы спасли Хомочку. На самом деле спасли, да. Почему я сразу не провел стрим? Потому что сдал ответ анализов. Мы же сдавали ряд анализов. У Хомы была не одна болезнь, а несколько. Как это произошло, вы все узнаете. И я вам постараюсь максимально ясно объяснить. Опять тряпочку вынесли. Так что и еще поговорим про личную жизнь, потому что многие, оказывается, лучше знают, что у меня происходит в личной жизни, как мне быть, что мне делать. Также поговорим про кота. Большинство людей невнимательно смотрят ролики и не слушают. Я четко и ясно сказал, кот будет жить с детьми. Дети живут в другом доме. Или вы думаете, вы одни такие умные, а я глупый, что привести вот в эту стаю кота и отдать его на растерзание? То есть вы обо мне столько смотрите меня и обо мне такого мнения, что я могу совершить такую ошибку. Почему я знакомил кота с собачками? Ох ты, господи, на них. Почему я познакомил кота с собачками? Да захотелось мне познакомить моих питомцев. У нас же не первый кот, не первая кошка. Мы прекрасно знаем, кто такие коты и кошки. Мы знаем, кто такие собаки. Но большинство, я так понял, что у нас в подписчиках, большинство, я скажу так, очень умные люди, которые все про всех знают, а мы, имея столько собак, глупые люди оказались. Смотрите, как Алабай с питбулем играет, посмотрите. Посмотрите, какие игры у них. Видите, я стою, смотрю, вот они поигрались. Увидели меня, успокоились. Естественно, еще раз повторюсь, контроль нужен. Ну, много чего вам интересного рассказывать не буду сейчас в ролике. Для этого и проводим стрим. Я как вижу, что люди начинают агрессировать на меня по разному поводу. Начиная с собак, котов, кошек, личной жизни. Я понимаю, что время подошло к стриму. Мне кажется, люди таким образом скучают. И выводят, мне пытаются вывести меня на эмоции, чтобы я провел стрим. Дорогие друзья, я выставляю ровно то, что вы видите и что я хочу. Если я спрашиваю, леди, ну что ты делаешь? Прям по цветочкам, леди. Ну какая-то засранка. Ну посмотрите на эту засранку. Прям по цветочкам прошлась. Ну, ладно, остальное вы все услышите на стриме. Стрим будет интересный. Я так понимаю, что когда речь касается моей личной жизни, то намного интереснее смотрится, да, вам, что и как я рассказываю. Я не обманываю, не ввожу вас в заблуждение. Вот все как есть, так и говорю. А потому что мне нечего скрывать. Я, слава богу, ни от кого не завишу. Это мое хобби, на котором я показываю то, что хочу. И если я спросил совет,
то, конечно, бы я его принял от вас. Но я же не спрашиваю совет, что и как мне быть, какую кошку взять, какого кота взять, что мне больше подходит, зачем мне нужен бенгал, а не майкун. Или... Да. Ох, 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 какая агрессия. Боська! Бось, а можно узнать, почему ты агрессируешь? А ты можешь мне рассказать, что ты натворил, что босс на тебя так агрессирует, а? Че ты пристаешь к нему? Боська, иди ко мне, Бось, иди сюда, иди сюда. Иди, мой мальчик, иди ко мне, иди, мой мальчик. Иди, мой умный, иди, мой хороший. Да, ты тоже мой мальчик, да. Все вы мои, да. Не агрессируй, босс, не надо. Это же твоя стая. Мы же дружная семья. Да, отстаньте вы от него все, посмотрите, что они сделают. Так. Граф, самурай, замечание. Отстаньте от бочка моего. Да ты мой сладкий, бочка. Поиграйте, поиграйте. Ну, дорогие друзья, не буду еще вам рассказывать сейчас, объяснять и говорить. Ждите в субботу в 17:00. Обратите внимание, в летнее время я изменил время не в 19:00, а в 17:00, чтобы максимально было всем комфортно посмотреть. И еще, я стримы не удаляю, я их сохраняю, потому что понимаю, что многие люди бывают заняты. И еще там слышал какие-то блогеры про меня что-то как-то сказали, ну неплохо, хорошо. Ну не какие-то блогеры, а мне известные блогеры. Неправильно выразился, извините. Об этом тоже поговорим. Ну будет такой... Теплый, семейный, душевный стрим, где много чего разберем. Готовьте вопросы. Вы знаете, я максимально отвечаю на все ваши вопросы заданные. Ой, ой, какая игра. Вот так. Соскучились они. Сказать соскучились, да. А также сегодня вам в ролике покажу знакомство графа, самурая с котом Лео. Да, не ожидал я от графа такого. Но сами все увидите и посмотрите. И еще раз, не переживайте, кот не живет с нами в доме. Кот живет с детьми в другом доме. Еще раз повторюсь, в другом доме. Кота привел познакомить с питомцами, чтобы вы сами все увидели. Но мы страховали. И мне кажется, что тут большинство, не большинство, а некоторые люди более профессиональные, чем Виктория. И лучше знают, как и что. Молодцы, молодцы. Не знал, что у меня аудитория профессионалов. Вы прям, аж прям горжусь, горжусь. Почему вы дергаете собаку? Дорогие друзья, а как собаку воспитывать? Это же не я дергаю, это же профессионал Виктория мне показывает и обучает меня, как правильно воспитывать собаку. А дерав дернул собаку, ты его приучаешь. Я же со слов профессионала это делал, я же не со своей головы это все придумываю. Не переживайте, не переживайте. Лордиус. Я с ним вот так здороваюсь, за мордочку. Лордик, привет. Ой, ой, прошу прощения, закрыл. Лордик, да, граф, да, ты везде. Ты, да, ты. Да не только же ты. Мне же кроме тебя еще сколько собак. Лордик, давай поздороваемся. Давай, ну дай мордочку. Привет, 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 мордочка. Боська, ты на проверку? Ага, графчику зашел. Ну все, смотрите ролик, слушайте внимательно. Прежде чем что-то сказать, лучше подумайте, потому что вы, кто это пишет, выглядите не совсем умно. Поэтому следите за нами, будет интересно. Обещаю стрим провести интересно, резким, если будет необходимость, дерзким. Потому что многие люди уже начинают наглеть. Доброту принимают за слабость. И пытаются забраться на шею. Нет, дорогие друзья, вы чуть-чуть путаете. Вы не на том канале, где можете таким тоном общаться и разговаривать. У вас это не получится. Если вам что-то не нравится, или я вас раздражаю, можете прикрыть дверь с обратной стороны. Я никого не выгоняю. Ой, сворачик унес. Но и перебарщивать вам не разрешу. Никому. Вот кого вы донатите... Кто у вас спрашивает советы, вот там и умничайте. А тут я сам могу разобраться с помощью адекватных своих подписчиков, которые правильно могут мне объяснить и разъяснить. Или как пишут на вашем канале,
Вы привыкли, что вас облизывали. Вы привыкли, чтобы вас восхваляли. Дорогие друзья, почему мы должны меня хаять, а оскорблять? В смысле привык. Я не только на канале привык, я привык по жизни так делать. А если человек мне не интересен, я не обращаю на него внимания. И не позволю ему наглеть. У меня есть возможность не позволять ему наглеть. Адекватной критике, адекватным комментариям я раскрыт. Ну, дождите субботу, много чего интересного там узнаете. Пришло время некоторых персон, которых я называю в кавычках дебилами. Вы даже не понимаете, почему я пишу в кавычках дебилы. Даже это не понимаете. Ну ладно, придется объяснить и разъяснить. Хотя не любитель я этого дела. Но дождитесь субботы. Выйдем в прямой эфир. Обсудим, рассудим все неясности. Выясним. Кто там? Кто-то. Даже многие не понимают, что некоторыми вещами я таким образом разговариваю, делюсь своим опытом. Кто-то может воспринять принять мой опыт, кто-то может проигнорировать, пройти дальше и сказать, да ладно, это ваше право. Да, Гравчик? А то столько умных появилось. Гравчик понабрал, стал шире. С Графом тренировки проходят в штатном режиме. Но он занимается усердно. Работы сейчас много в связи с новыми проектами. Не всегда получается заснять. Вот сейчас у нас время. Телефон у меня второй на зарядке. Сейчас у нас время где-то 8, без 15, 8 утра. 5:45 я на выгуле. Вот сейчас и выгулю. Покормлю вкусненько их всех. И поеду по делам. До вечера у меня дела. Давидик уехал на дачу к Ювеналю с Викторией. Он у них на даче, на речке. Чтобы понимали, что еще раз повторюсь, если я встану и Ювенале, то ребенок убежит к Ювенале. Поэтому он обожает ехать к ним на дачу. Граф, нет, отстань, граф, пусть полежит Босик. Посмотрите, с каким удовольствием он лежит, отдыхает. А ты, Боська, такой красивый мальчик. А Боська такой... Граф, нет. Граф, отойди. Боська такой красивый мальчик, такой сладкий мальчик. Ну, можете вы отстать. Ну, дайте я поиграю с Боськой. Ну, что такое? Сейчас я их покормлю, чтобы вы понимали. Они покушают. Босса с Ханом к речке. Они у меня там до жары. Потом Алишер их, когда солнце поднимается и начинает печь, Алишер их приводит, закрывает в вольерах. И они отдыхают у меня. Да, Бочка? Да, мой сладкий. Ну, что ж ты такой хороший? Такой сладкий, умный мальчик. Да ты моя гордость. Да. Кто там на меня запрыгнул? Ну, конечно, леди. Кто мог у нас? Присел я, а леди у меня уже на спине. Все, дорогие друзья, и так уже 13 минут наговорил. Пойду монтировать ролик. Все заснято. А знакомство, конечно, такое было. Очень волнительное было. Особенно, когда граф с Лео. В один момент я вот отключил телефон. И он чуть не цапнул Лео. Знаете, вот такой прямо аж видно было, что он его хотел цапнуть. Теперь я понимаю, что да, питбули, они такие добренькие с виду. Но что хочешь от них можно ожидать. Поэтому я испугался. У Лео все хорошо, он растет. И плюс там вы пишете по поводу заводчика Лео. Питомника. Дорогие друзья, почему вы мне-то это все высказываете? Я вот уточнил у Катерины касаемо вот то, что беременная, Лео маленький еще. Она мне в двух словах так объяснила, что эта порода, им как правильно сказать, то есть они любят размножаться или... Спасибо большое, взаимно. Будьте вы здоровы. Они то ли любят размножаться, то ли для них это нормально, что кошка беременнее сколько. Я-то при чем? Я-то пошел, купил, показал вам. Что-то вы возмущаетесь на меня-то. Такое ощущение, как будто я это все натворил. Привел кота, кошку и сказал, давайте, отдыхайте, гуляйте, веселитесь. Все.
смотрите ролик, интересный ролик, познавательный ролик. Если есть что-то полезное, набирайтесь опыта. Если вам что-то не понравилось, ради бога, у каждого человека свое мнение, не переубедить, и нет на это время, да и не этот канал. Мы здесь никого не обучаем, не учим, а просто показываем. Вот они. Все, всем удачи, смотрите, спасибо, комментируйте. По мере возможности я вам буду отвечать. Спасибо. Так, все. Леопардус. Давай так сначала. На руки возьму. Ювеналь, можно вас попросить взять? Одно. Леопардус. Не-не, бери-бери, ты его бери. Я думаю, что самурай вообще никакой реакции не будет, Вик, честно. Мне тоже кажется, что он должен сказать. Он даже не обращает внимания. Мне кажется, самурай в душе кошка. Мне кажется, главное, чтобы кот до него не доковырялся, а сам, мне кажется, самурай... Самурай, что, смотри, что у меня есть. Он даже не смотрит, смотри, отвернулся. На ручки возьми, опа. А где самурай, что у меня есть? Ювеналь. На руки, на руки. На ручки сначала. Спасибо. Свои. Свои, самурай, свои. Свои. Знаете, видите, как он линяет, дорогие друзья? Почему я на выставку его не вожу? Молодец. Смотрите. Молодец. Смотрите, что с ней происходит. Свои. Линка идет полная, поэтому... Молодец. Свои. Свои. Да. Нет, самурай, он... Ты, Вик, свои. Обрати внимание на кота, ему вообще все равно. Кот обалденный. Свои. Молодец. Умница. Свои. Свои. Тихо, вот тихо, так у вас новый чин ставим. Свои. Тоже облизывается, Вик. Это что, мол, типа вкусный он? А он это пока. Нет, как мы облизываемся, когда еда вкусная, нет. У них не так? Мечтает, может быть. Пусть выйдет, Ювеналь, пусть выйдет, посмотрим. Свои. Да ну что здесь происходит такое, я не могу понять, реально. Я понял, Ювеналь, внутри несколько машин тоже поставим, если что, чтобы кот забежал. И несколько зверями. Слушай, ну я честно, вот я смеюсь хоть, но все равно у меня волнение и переживания тоже есть. У Вики тоже. Ты тоже, да, Вик? Я нервничаю, да. Я тебя что тебе запомню, я нервничаю. А я думаю, что ты так красиво получаешь, когда ты не... Теперь я понял. Понятно. Ты нервничаешь. Все, все, Вика, я понял. Камера прям любит, когда ты нервничаешь. Вот он вышел. Вот за Винчи. Вот за Винчи. Иди сюда. Пойдем. Пойдем. Вик, ну что же, давай всех отпустим уже. Это что, и прям нет, кота выпустим. Пока. Дорогие друзья, пока Вика здесь, лучше это все сделать с профессионалом, чем... Где он? Вот там будете закреплять просто. Смотри, он сам. Ты легче, чем знак. Лео, 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 Лео. О, отзывается уже, слушай, смотри. Граф автомобиля, это да, Лео. Подрастешь, тебе тоже возьмем автомобиль. Знаешь, у каждого нашего питомца свой автомобиль, Юна. Лео, что там на бампере у него? Ну, какая-нибудь эта мушка застряжь. Белком интересно, у самурая реакция, да? Не как на собаку. А ему любопытно, да? Прям видно, да, что ему любопытно. Ювеналь, а возьми Лео на травочку, половину посмотрим, чтобы он от машины отошел. Лео, идет. О, запел! Басков запел наш. Ждет встречи, не дождется. Ну, давай тогда, Вик, тогда без взрослых, да, без старших пока сегодня. Давай без старших. Давай без старших, да, потому что алабай все-таки. Да, не, я думаю. Вик, может, самурая отпустим? Не-не-не. Рано еще. Лео. Надо погулять так. Он тоже его облизывает, смотри.
Молодец. Вик, ну что значит с воспитанной собаки, да, с хорошей конечно, психикой? У них и в голове. Спасибо тебе, солнышко, спасибо тебе большое за такое воспитание. Ну, вот, знаешь, вот сразу видно и отличается, да, вот, то есть, ну, конечно. Никто не гавкнул, он не, он тоже воспитанный мальчишка оказался. Ну, потому что его тоже воспитывали. Дай бог Катюше здоровья, дай бог Катюше здоровья, молодец она. Она мне уже сегодня раз 100 написала, позвонила, как ее сыночек. Лео, по-моему, Лео хочет всех атаковать. Мне кажется, я вообще чтобы барабан. Смотри. Эти маленькие. Что на тебе? Фаберже тоже на месте, смотри, Вик. Я обратила внимание. Профессиональный взгляд сразу. У нас все мальчишки фабержейные. Полностью комплектованы. Ой, так, смотри. Ой, все, осваивается как он. А, мне кажется, он к нему подкатывает. Самурай? Да. Ты ему объяснишь, что это тоже мальчик, что у нас так не принято в доме? Самурай это тоже мальчик, у них так в доме не принято. Спасибо, Егор, спасибо. Ты знаешь, у них же вот эта доминация идет. Ты знаешь, как ювенали нервничают, когда они доминацию начинают делать? Вот, вот играет, играет, смотри. Еще признак этого, кто круче. Вообще. Понял, самурай. Нежнее. Не понял, что у тебя на уме? Слушай, я могу вот так вечно смотреть, знаешь? Вот так сидеть и вечно смотреть. Самурай, да? Ну, у него, мне кажется, у него по-доброму как-то самурай, он играется. Он как-то его, он подумал, мне кажется, что это его дружочек. Друг, да? Наверное, играется. У него нет желания его грохнуть, понимаешь? А как у, желание, как у леди, да? Ну, вот у леди совсем по-другому реагирует. Лорд тоже, но лорд, он сам по себе спокойнее. А она такая, все время напряжение. Ой, господи, даже не знаю, в кого она такая пошла. Меня вроде все спокойные женщины окружают, и друзья женщины, и помощники, и, это и специалисты. Правда, да. Не буду пальцем показывать, да. Никого, никого не буду показывать. Самые когда кого нервируют, прям грохнуть хочет. Неважно, где на выставке эксперт это или кто. Самурайчик, какой ты молодец. Ай ты молодец. Молодец, говорю. Ай, молодец. Лев, эти грозявчик. Ой, да, ой, розочки там. Ты уверена? Уверена. Уверена? Ну давай, тогда самурай закрыт. Этого надо убирать, самурая закрывать. И сейчас я хочу самураем еще ворота сделать. Да, тогда давай ворота сделаем, пусть этот пока уберем да, его. Да, конечно. А и потом кот уже... Пока, и кот пока перекурит. И кот перекурит, и я успокоюсь чуть-чуть, пойду еще там грамм 100 валерьянки выпью. Давай, можно не валерьянку. Я зверина не хочется. Лео, смотри, как ему комфортно, да, ювеналь? Смотри, как комфортно, Лео, смотри. Дорогие друзья, над чем мы работаем? Как только открываются ворота, машина заезжает, борзые выбегают, да и самураи выбегают и убегают. Вон, ювенали там подстраховывают, чтобы они не убежали в калитку. Я стою тут, Вика тут. Вика, открываю? Давай. Ну что, поехали, посмотрим, выбегают. Вот. Вот. Все, первое мы вам показали, увидели, открыли, они выбежали. Следите за нами. Дорогие друзья, обучаем. Ювенали на подсветке. Ювенали, не уходи, они на поводке. Смысла нет. Вика, открываю. Вот видите, когда они на поводке, они не дергаются. Вот я Вике то же самое говорил.
Я говорю, Вик, когда они на поводке, они не дергаются. А когда без поводка, они вылетают. Не то, что выбегают. А вы не хотите вот этих догнать? Как их догнать-то? Ай, какие послушные! Ну куда деваться, а? Тетик, ты что им на ухо шепнула? Как они так, а? Они пока вырастут, мы с тобой седые станем. Говори, такие собаки, конечно. Самурай не пошел. Самурай, не, самурай вас. Ну что, попробуем без поводков? А я думаю, давай без меня попробуем. А ты сейчас закроем так, чтобы поводки пусть болтают на них. А, вот так с поводками. Да. Давай. И мы с тобой выйдем, ты откроешь так же, как мы делали перед этим. Ты откроешь так же этот калитку, потом этот. А, все, давай, тогда закрывай, Викулих. Только ты выйди, потому что там у нас этот фиксатор стоит. Они двери открывают, тоже выбегают. Нет? Давай уже двоих попробуем, Вик, посмотри, если будет. Давай. Это самые наши капризные дети, чтобы ты понимала, сколько у нас было собак. А? Трудновоспитуемые. Да, вот я честно не ожидал от них. Капризные, трудно воспитываются. Но, Виктория, это же не помеха для нас. Это для нас. Ювеналь, Ювеналь! Сейчас, Ювеналь. Ювеналь, иди сюда, то они... А? Вышел из сумки кот. Что у нас за коты такие? Иди сюда, Юналь, ты выйдешь, чтобы мы их выпустили. Кот да Винчи, пахи. Кот да Винчика, да, кот да Винчи получается. Е, сейчас, видишь, какие у нас? Ты пока маленький, кайфуй, потом тоже тобой займемся. У нас до годика все балуются. Что, Виктория, открываю те. Все. Там они открылись. И сразу открывай эти, Вик. Юналь, блокируй. Там... О, встали, прикинь. Вик, встали. Встали, Вик. Да ладно. Я говорю, Виктория, это волшебница. Встает. Че, и ты что думаешь, это из-за поводков, Вик, так? Конечно. А если снимем, дернут? Я думаю, мы еще сейчас пару раз сделаем на поводках. И они привыкательно должны быть поводков. Все, дорогие друзья, тогда отключаюсь. Я отключаюсь, мы позанимаемся с поводками, а потом без поводков, как первый раз, обещаю, сразу подключусь. Дорогие друзья, сколько, минут 15, да, 20 мы позанимались, Вик? До этого. Не, вот сейчас то, что я первое же видео включил, где они выбежали, правильно? Я тебе показывал. Минут 20 позанимались, давайте посмотрим совместно на результат. Все показываю вместе с вами. Закрываю. Виктория, выходите. Первые ворота закрыли. Маэстро. Маэстро блокирует. Так, я встану чуть подальше. Вик, говоришь, не должны, да, выбежать, Вик? Я думаю, что не должны. Может, на чашку кофе? Давай. Поспорим. Давай. Если они выбегут, ты мне чашку кофе. Если нет, я тебе... И молоко тоже есть свежее. Даже с молоком? С молоком. Ребята, не подвели. Японское с молоком. Ну что? Пойдем? Уверена? Маэстро на месте. И знаешь, такая пауза такая волнительная. Да, да, да. Барабанная дверь. Открывается дверь. Первая дверь открылась. Открываю? Мне не хочется собак показать. Мне хочется выражение лица Вики. Вики показать. Тан-тан-тан. Есть! Есть! Не важно! Не важно! Я выиграл, Юналь! Чашку кофе! Ты посмотри, какая леди молодец! Лорд, тебе хана, лорд! Лорд, сейчас я камеру отключу, тебе хана, лорд! А посмотрите на нее. Хотя я, честно говоря, думал, что она выбежит. Вик, я прям очень хотел кофе, давай, знаешь. Давай. Прям внутренне очень хотел кофе, особенно который ты приготовишь. Вырвался.
Вот я вам, ребят, я вам говорю так, дорогие мои друзья, очень сложно заниматься этой породой, чтобы вы понимали, очень сложно. Если Вика выматывается с ними, вы представляете, каково обычному человеку? Но мы не останавливаемся, мне это еще больше интереснее становится, да и Вике самой интересно становится, хоть она и говорит. Лордеус! Лордеус! Лордик! Да, думает, что мне там делать? Все, занятие продолжается. Викторию никто не отпускает. Мы еще не доработали. А ты какая молодец, моя девочка мышечная. Посмотрите, мышцы какие у леди стали. Обратите внимание. Знаете, какая мышечная девочка. Вот посмотрите. Идет Ювеналь? А, к Ювеналю, конечно. К Ювеналю, ты что? Ой, смотри, ой, господи. Так, надо сказать, чтобы Ювеналь уехал, да? На несколько минут. На несколько минут. Смотри. Дорогие друзья, отключаемся, работаем дальше. Это да, это я лежу. Ногу надо. Иди, иди, иди. Вику обошел, Вику обошел. Все, отключаемся. Виктория, попытка номер два. 322. Нет, на бокал шампанского, Вик. Все, кофе уже есть. Но не сегодня. Не, ну не, не сегодня, после отпуска. Не, сегодня куда сейчас мне? По делам. Я везде вернулся, чтобы позаниматься и уехать. Ювеналь там. Ну что, пошли? Давай. Шампанское я проиграл, дорогие друзья. Кофе с Викторией. Буквально несколько минут. Она с ним поговорила, хвостиком виляет, радостный. Самурай даже не подходит. Не, самурай понял свою ошибку. Слушай, ну, японец и в Африке японец, понимаешь? Вот, дорогие друзья, чему нас обучает Виктория? Это, естественно, надо много-много раз повторять и без Вики. Вика-то обучит, понимаете? А потом, если мы не будем заниматься дома, но мы не занимались через ворота, мы занимались с Викой через калитку. Эту калитку мы повторяли. Я недавно просто приехал, когда открыл, они выбежали. Вот сейчас я Викторию попросил. Мы сегодняшний весь день, понедельник, первую половину дня познакомили кота. Нет. С питомцами. А вторую половину вот отрабатываем команду, чтобы они через ворота без команды не выбегали. Нет. Так, сейчас я буду выходить, посмотрим, пойдет он за мной или нет. Лорд, нет. Так, по границе остановила Виктория. Видите, как мы занимаемся всем составом. Не так уж прям это просто, чтобы вы понимали. Мы-то шутим, но... Да, может, еще они юные, поэтому и так балуются. Но надо с этого возраста приучать. Все, отличный результат, но... Но не такой жидкий результат, да, Вик? Да. То есть в любой момент он может выбежать. Не, не останавливаемся, Вик. Каждый день по 5-10 минут по мере возможности они мы будем... забывают. Конечно, я уже это понял, поэтому по 5-10 минут будем каждый день заниматься, тоже, чтобы не перезагружать. Да, хорошо, он сидит, она легла, им комфортно. Нервничает. Он нервничает. Зевает, знаешь, нервничает. Почему? Потому что, смотри, он на кого смотрит, он на Ювеналя смотрит. Мол, Ювеналь там стоит, видишь? Ювеналь, а присядь на корточки, пожалуйста, Ювеналь. Присядь, пожалуйста. Вот видите? Оп, отлично. Оп! Все. Виктория кидает каким-то предметом, там цепочки между ног, рядом, чтобы испугать, чтобы не выбегал. Видишь, да, Ювеналь, когда присаживаешься, собака видит и сразу подбегает. Да. Такой сильный раздражитель. Вот прям вовремя, да? Ты видишь, понимаешь, знаешь, что я же начинаю конечно, понимать уже конечно. В этом. Что вовремя надо сказать. А посмотри на эту королеву. Очень посмотри на нее. Она прям он такая обученная. Не, ты не звал. Ты не давал команду ко мне, Ювеналь. Ты просто присел, он среагировал. Именно после команды ко мне он должен идти, а не просто, знаешь, что ты... А попробуй, Ювеналь, еще, пожалуйста, вот сюда присядь, посмотри. Когда А ты попробуй, посмотрим, он понял это или нет. Просто присядь, не зови, Ювеналь.
Не, молодец. Ага, видишь, видишь, видишь? Смотри, смотри, смотри. Может, назвать Ринальдом, сюда можно подходить? Ко мне, тоже. Какой умный. Молодец. Вик, а тогда, может, еще попробуем, Юнали выйдет за ворота, там присядет, и посмотрим, он выйдет без команды или нет. Да. Юнали, а, пожалуйста, выйдет через ворота, Юнали, и там присядь на корточки, посмотрим, как он сейчас отреагирует. Лордик? Нет. Лордик? Нет. Видишь, Юнали? Не надо. Не, через ворота не надо. Вик, ты поняла, Вик? Через свой вольер он вышел. Конечно. Когда Ювенали вышел за территорию, он ушел к себе обратно. Потому что мы делаем именно, чтобы не выходил за ворота. Да, вот именно, да, чтобы не выбегал. Да, он по... сильный, а он же не будет в идеальных условиях, как все происходит. Ну все, отлично. Отлично. А на это? Леди, леди, вольер. Все, спасибо вам большое, Виктория. Отлично, место. Будем заниматься. Место. Дорогие друзья, очередь подошла к графу. Знакомим с графом. Лео у меня в руках. Встреча. Граф. Граф. Это мое. Это наше. Выключаем балалайку. Дорогие друзья, Лео у меня в руках. Граф, вот он тут. Сейчас самое такое у нас знакомое. Знакомство идет. Граф и Лео. Граф, это мое. Это наш питомец. Свои. Свои. Граф, свои. Свои. Ина, чуть дальше встань, чтобы видно было. Свои. Так, достаю я Лео, Вик? Да, давай. Достаю Лео. Этот резкий, как по-нужному. Гуманись! Сам вашего Лео не пускал. Только не пускай, Лео, потому что самурай не тоже... Не пускай, вон... держи на руках, подожди, пока, пусть он привыкнет. Он прям такой... Как будто он с здоровый, да, Виктор? Здоровый, сильный, здоровый. Да, сильный. Свои! Точно он облизывается, съесть не хочет? Ну, он у вас будет очень. Свои. А я надеваю все равно. Он спокойный. Потому что он не пуганный, видишь? Да, и не понимаете еще, какая опасность его ждет. Свои. А что, сними глаза, как он смотрит на него. Свои. 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 Ну, аккуратно. Свои. Это резкость. Свои. Молодец. Молодец. Молодец, графочек, молодец. Молодец. Даже не гавкнул, знаешь? Но он весь напряженный. Ну, напряженный Вик, он еще ты здесь, свои. Я здесь, я держу в руках. Бросочек. Свои. Свои. Хороший. Свои. Молодец, графчик. Молодец, да, это свои. Свои. Да. Молодец. Граф. Свои, молодец. А, самое главное, съел, да? Хома вышла. Ну да. А как хома вышла? Наверное, я присел и этот. Ага, открылась, да. Хома, иди на место быстро. Хому надо убирать. Сейчас. Дай ее, Виналя. Сейчас я ее уберу. Ты держи. Сейчас я, дорогие друзья, хомочка нельзя, вышла. Хомочка. Сейчас я его уберу. Привет. И потом познакомлю. Я прошу прощения, хомочку закрыл. Не надо так, чтобы вдвоем были они. Так, знакомство продолжается. Реакция супер. Ну что скажешь, Вик? Напряжен. Ему надо время. Мне кажется, Юна, он кошку когда-нибудь видел вообще?
Марика? Да. Приблизь чуть-чуть, Ювеналь, еще. Свои. Свои. Лео, молодец. Вообще психика у кота шикарная. Успокойся, успокойся. Успокойся, да. Свои. Не лось, я деду беру. Спокойно. Я думаю, какой же он вкусный, а. Свои. Чик-чирик? Нет. Наши питомцы свои. Даже молодец, ближе. Молодец. Свои. Молодец. Как, что молодец. Хоть лапы потрогай, скажи. Не, он хочет потрогать. Я тут лапы скажу. Свои. Он думает, как же, какой же он вкусный. Башка у него мощная уже. А грудь что, не мощная, Ювеналь, посмотри. Виктория, улыбнитесь, я потом заставку сделаю. Вик. Я не могу. Вика, больше всех, чтобы вы понимали, Вика напряжена. Напряжена. Ювеналь, спусти чуть-чуть к нему. Свои. Лапы не трогай. Ага. Оти. Оти мощный мой мальчик. Мощный мальчик. Кота не надо отпускать, Вик, сейчас. Вы просто не представляете, я не понимаю. У меня такое волнение сейчас, я не могу понять. Я чувствую, что у Вики тоже волнение. Ювеналь чуть переживает, но виду не показывает. Ты, мы должны все дружить. Ты понимаешь или нет? Свои. Ну, Ювеналь знает, как общаться. Да убери руки от меня, дай мне его. Можешь спокойно реагировать. Свои. Свои, свои. Граф, что свои. 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 Да, теперь я понимаю. Теперь я понимаю. Так, с этой стороны обойдем. Дорогие. Успокойся. Лео, молодец. Молодец, Лео. Вообще молодец, кот. Вообще ноль реакции. О, лапку-то поднимает, Лео. Вик, чувствуется, да, мощь? Включаешь головой. Все выключаю. Дорогие друзья, несколько минут Викторины воспитания. Граф уже начинает привыкать, но все равно опасно отпускать. Мы не рискуем, потому что он, видите, весь трясется, весь всего знобит его. Граф, свои. Я уже устал, я во сне буду слышать свои, свои. Молодец, молодец. Молодец, мальчик, молодец. Вроде, слава богу, да, Ивна? Конечно. Авик. Но все равно не. Я бы не рискнул бы с ним. Авик? Да, нет, очень опасно. Ну, предсказуемо, я так и думаю. Вика сразу сказала, вот самое опасное будет знакомство с графом. Красивый мальчик, хоть и, да? Граф. Аппетитный какой, скажи. Да? Аппетитный какой. Свои. Как на итальянском приятно аппетит, Ювеналь? Бон аппетито. Бон аппетито. Бон аппетито. Не бойся, я держу. Не, даже не бойся. Вкусненький вон, да? Ты победил его лицо сейчас. Не, Ювеналь, глаза это делает. Прикинь, он реально у него... Кадры интересно получается, но опасно. Очень. Да, ты на секунду замешкаешься. Доля секунды, да, Вик? Доля секунды. Хватит, я тоже. Дорогие друзья, все, хватит знакомства. Мы вам все показали в прямом эфире. Молодцы. Вот, знакомство. Но очень волнительно прошло, вот именно знакомство графа. Смотри. Ювеналь все-таки хочет на закуску сделать, смотри. Видишь? Это твой друг. Ты понял? Это твой друг. Ты самый знакомый. Ты понимаешь, да, почему наши собаки теперь не ругаются, как маэстро с ними разговаривает, Вик? Твой друг это. Слышь, это твой друг. Вот он. Свои. Он Лео. Он Лео, понял?
Морда сладкая. Ты какой он. Ты же какой он. Это же что за человек такой? Это не шабак, это человек. Человек он. И мы поехали. Давайте я отвезу Лео, а то Давидик уже звонит мне. Фу, честно, у меня сейчас сердцебиение, Вик, чтобы ты понимала. Как у меня, наверное. Твое я не знаю, но у меня оно такое. Ага. Но твое не хуже. Все, всем спасибо. Хватит. На сегодня хватит.